Театральный абонемент от всей души – благотворительный проект, направленный прежде всего на приобщение людей к культуре, посещению театров, концертов и значимых мероприятий. Задача нашего проекта – это сформировать культурное пространство для жителей города Щелково, увеличить зрительскую аудиторию нашего центра. Поэтому мы привлекали зрителей. И именно вот эта работа перетекла в работу проекта. С 2015 года театрально-концертный центр «Щелковский театр» приглашает жителей и гостей района в уютный зал, где активно выступают три коллектива. Щелковский драматический театр, ансамбль «Распевы» и Щелковский оркестр. Проходят здесь и различные мероприятия районного масштаба. Активная работа ведется с 2015 года. Зрителям с удовольствием посещают мероприятия ТКЦ. Проект получил востребованность среди жителей города Щелково. За 2017 год в центре было проведено более 211 мероприятий, 136 из них были проведены на бесплатной основе. 48 600 жителей города Щелково и района сумели получить возможность бесплатно посетить мероприятия центра. Такое благое во всех смыслах сотрудничество. Театральный центр ведет сразу с несколькими благотворительными фондами и различными предприятиями и организациями, сотрудниками которых и вручается абонемент от всей души. Таким образом, это позволяет людям получить приятный подарок от организаций или фондов. Выделяются бесплатные пригласительные, они с местами, время, дата. Люди приходят, встречаем. Театральный абонемент от всей души – еще одно хорошее и полезное дело нашего района. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».